Всем доброе утро. Посмотрите, что у меня получилось. Вчера достала творог из морозилки. Вчера вечером. Думала, сегодня утром поем творожку. Но творога мне не захотелось. И я решила испечь вот такую вот запеканочку. Или как ее назвать. Просто на скорую руку. Засыпала все в чашечку, все ингредиенты. Тут манка, творог, изюм. Одно яйцо, соль немножечко, сахара немножечко и сода. Сейчас переверну, посмотрим, что получилось. Вот такая запеканочка получилась с обратной стороны. Зажаренная, аромат приятный, пахнет творожком. Немножечко ванилина, остатки высыпала. Ну, такой запах приятный, какой-то сладким чем-то пахнет. Может, это изюм так пахнет. В общем, сейчас покажу в разрезе. Потом мне захотелось все-таки его запечь. Так, сейчас я его подниму, посмотрим, как он в разрезе. Ну, котик, что, прям так вкусно думаешь? Вот такой он в разрезе, нежненький, изюмчик разбух. Корочка зажарилась, а внутри нежнейшая запеканочка. Ну вот так. Теперь, я думаю, у меня будет аппетит ее съесть, потому что просто творог есть мне не хотелось. Так, приятно мне аппетита. Чай мой уже готов, малиново-имбирный. Всем доброе утро. Вот вышла прогуляться, посмотрите, какой сегодня мороз. Собачка тут. Вот. Все деревья в инии белым-бело. Наверное, сейчас примерно минус 20. Да, солнышко встает медленно. Вот так вот из-за дома. И собачечка какая-то ко мне прибилась. Посмотрите, как вся дрожит. Вот что делать таким животным. Может быть, она голодная? Ой, сейчас покормлю ее. Собачечка, будешь ты такой есть, маленькая? Так, сейчас посмотри, что у меня тут есть. Что у меня тут есть? Виноград ты не будешь? Сейчас моя маленькая. Сейчас моя зайчка. Подожди. Сейчас покормлю тебя. Сейчас, подожди, мне бы... Ну, подожди. Бедненькая собачка. Холодно ей. Ну, не знаю, но насчет того, что она голодная, вряд ли. Но то, что ей холодно, это абсолютно точно. Вот так вареники принесла ей. Плову немножечко. Да, голодная. Потому что вареники с картошкой не голодная собака вряд ли будет это есть. Ну, пусть может согреется. Ай, бедняга, бедолага. Ладно, отправляемся дальше. Я приехала в планету и иду в магазин елочных игрушек. Мне нужно купить ветки. Я не туда пошла, разворачиваюсь. Мне нужно купить елочные ветки, елочные гирлянды с шишками. Я их давно приглядела, но у меня просто не было времени сюда приехать. Я думала, вообще не хотела наряжать квартиру, думала, достаточно будет веточек. У меня там есть такие золотые веточки со снежинками. А теперь прямо решила, что мне не хватает этих гирлянд. Я их непременно должна купить. Вот сейчас я за ними направляюсь. В одном из видео вы увидели, где я с сестрой Олей ходила и рассматривали елочные игрушки. И там эти гирлянды я вам показывала. И вот сейчас я иду за ними. Если они там еще есть, думаю, есть.
Все пахнет праздником, отовсюду пахнет праздником. Какие-то ароматы невозможные. Вот так вот народу. Очень много, все украшено, все блестит и сверкает. Каждые витрины украшены по-своему. Видите, такая елочка незатейливая. Что такое черно-белое. В общем, я туда сейчас иду. Народу веселого полно. Вот сейчас я покажу вам центр планеты. Здесь все вот так вот в огонечках, елочка стоит, везде гирлянды, шарики, девочки в колпачках с мальчиками в кафешке нашей любимой, где мы всегда встречаемся. Здесь вот такой базар устроили импровизированный, раньше его здесь не было. Вот эта елка мне очень нравится, вот эта белая елка мне очень нравится. Но нам пришлось избавиться от своей елочки, потому что у нас сейчас котик. Поэтому поставить елку не представляется возможным. И вот такие вот классические елочки, увешанные игрушками. Синенькие. Пойдем дальше, посмотрим. Вот эта елка мне очень нравится. Желто-красное, мне кажется, идеальное сочетание. Вот такая елочка. Вот такой базарчик тут. Чего только нет, но в основном подарочки. Вот эта елочка здесь. Шарики. Зеленый. В общем, елочка зеленая, такая пушистенькая. И бирюзово-серебристые игрушки. Ну а здесь просто серебро. Вот это тоже шик. Вот это мне очень нравится. Я не люблю бардака на елках. Мне вот как-то в двуцветии вот это мне по душе. Вот это вот вообще. И гирлянда такая, сетка. Они ее так повесили. Сеточкой красиво. Ну вот так вот примерно. Веночки рождественские висят. Люди веселые. Так, мчимся дальше. У нас времени 1,5 часа, потому что в 10 часов вечера планета закрывается. Я припозднилась, поэтому надо все быстро-быстро пролететь. Везде распродажи. Голые манекены. Как его обогнать? Вот такая белая елочка, скромная до невозможности. Вот эта малютка тут стоит. Я просто лечу. Люди, наверное, на меня смотрят и скажут: сумасшедшая. Да, так это что? Я вот это впервые тут вижу, вот такую рыбину. H&M скидки на все. Вот, наверное, там сейчас все даром. Вот здесь тоже всякие праздничные аксессуары, мишки. Ой, вот эти вот ягоды красные очень мне нравятся. Так, ну и где мой магазин? Где мой магазин? Я потерялась. Потерялась я, мама. На батуте прыгала и потерялась. Ну где этот магазин? Вот когда надо, найти очень сложно. Бегу, бегу, бегу. Быстро, быстро, быстро. О, все, нашла. Леруа Мерлен магазин называется. Вот там я и видела эти гирлянды. Сейчас постараюсь отовариться счастливо. Ну все, отключаюсь на время. Как вы
думаете, здесь можно быстро найти то, что тебе нужно? Просто километры товаров. Ну, радует то, что мало народу. Ну, посмотрим, сколько его будет возле касс. Обычно возле касс всегда толпы, хотя касс там, наверное, штук 20. Сейчас посмотрим. У меня все с телегами чего-то гребут, гребут. Кто-то ремонт доделывает срочно, недоделанный. Сейчас посмотрим. Игрушечки. Ой, деревом пахнет, копилками всякими. Ой, бегом, бегом, бегом. И сколько всякой стекоты. Ой, смотрите, какой рыцарь. Это в баню аксессуар такой. Красняцкий. Мне нравится. Какой-то бронзовый. Античная бронза. Как мои украшения. Так, смотрим. Все, подхожу к игрушкам. Кажется, зелень там есть. Вот тут живые елки стоят. Нет, уже нет моих гирлянд. Все, все надо делать вовремя. Ну ладно, что ж, не судьба. Радует то, что не придется стоять долгое время на кассе. Потому что я пойду пустая. Вот так вот нету. Не вовремя пришла. Все уже раскупили. Даже елок нет. Вот это все, что осталось. Вот это да. Печалька. Ладно, на выход. Ой-ой-ой, люди, все надо, все. Сколько их тут было, немерено. Я и не торопилась брать, потому что думала, всегда успею. Ну вот не успела. Ну, не успела. Так, сейчас пойду забегу еще в окей. Может быть, там что-то есть. Ну, здесь уже ничего. Так, все, вот на выход. Это островок суши. Здесь мы с дочечкой всегда лакомимся. Но сегодня я уже здесь не буду задерживаться. Покажу вам просто, как тут нарядили, все украсили красиво. Все вот в таких мелких огонечках. Кстати, я не посмотрела гирлянды. Хотя бы надо было гирлянды посмотреть. Потому что у нас дома есть гирлянда, но она какая-то старомодная. Какими-то звездами. А я хотела какие-нибудь огонечки мелкие, мелкие, мелкие. Много-много-много. Ну вот, и, видимо... Ветки не увидела и решила, что мне и гирлянды не нужны. Вот так. Вот тут розово-белое все. Красивенько так. Ривгош. Ривгош так украсил свои ботинки. Все, домой. Ой, какие шары. Просто на клеечке какие-то сделаны. Холокоста вообще никак не украсила. У них не будет Нового года. Ой, это кто так фальшивит? Дети поют на сцене. Какой-то концерт детский. Ну вот так вот у нас тут. Не знаю, стоит заходить в окей или уже ехать на свояси домой. Игрушечки у нас есть красивенькие, синенькие. Наверное, ими как-то украсим веточки еловые. И будем радоваться.
тому, что есть. Вышла на улицу. Снежок такой сыпет, как манка. Мелкий. Не знаю, видно вам или нет. А ведь ветер. Ну, так не особо уютно. Но все равно праздничное настроение чувствуется во всем. А вот это высотки. Дома такие высокие, с огоньками красными наверху. Не потому что нарядили как-то их к празднику, просто потому что они высокие, чтобы видно было в темноте высоту этих домов, чтобы никакие самолеты, вертолеты не налетели. Ой, машин. Магазин работает до 10, поэтому все люди после работы, кто не успел еще отовариться, летят сюда за покупочками. Я без покупочек ушла сегодня. Впервые в моей жизни такое случилось. Я не купила никакой даже мелочевки. Ну ничего, значит, у меня будет много денег. Не истраченных, не растраченных. Вот такая вот у нас планетка. Огромный центр. Хочу еще показать вам вот этот дом. Я сейчас направляюсь на остановку. Еду в обратную сторону, домой путь держу. Вот этот дом хочу показать. Его построили рядом с планетой. В надежде на то, вот он на крыше стоит такой, вверх ногами перевернутый. В надежде на то, что люди будут приходить и сниматься. Там внутри все тоже перевернуто вниз головой. Идея, конечно, задумка хорошая. Вот там вон машина стоит, задумка хорошая, но она как-то оказалась неудачной. Не знаю, почему здесь всегда пусто, всегда пусто. Там вон внутри тоже все вниз головой. Сногсшибательный аттракцион, но не востребованный. Может, он и сногсшибательный, но никому не нужен. Вот такой вот домик. Снежок идет. Музыка какая-то восточная. Ай, на-не-на-не. Все, иду на остановку. Ах, светофор как раз не мой загорелся. Ничего, постою, подышу. Сейчас телефон отключится, потому что он на морозе всегда отключается. Не знаю, в чем причина. У всех отключается или только у меня. Буквально 3-5 минут и все, вырубается. Типа зарядка кончилась. Домой прихожу, включаю зарядки 65%, к примеру, так. Но на морозе отключается. В чем причина? Вот это проспект Авиаторов. Двухстороннее движение. Такой он широченный. Огроменный. И длиннючий. Переходит в Октябрьский мост. И на правый берег Енисея. Итак, новогодние веточки купить мне не удалось, их просто не было. Про гирлянду я забыла, а порадовать себя очень-очень хотелось, поэтому я зашла в супермаркет и купила две вот такие вот замечательные, новенькие, зелененькие, пушистенькие подушечки. Вот я буду теперь кувыркаться. Ах, как мне будет весело! Я очень-очень рада. Просто увидела их и захотела купить. Поэтому теперь мои подушечки старые пойдут в утиль, а новенькие я застелю в мою постельку. Счастье есть, его не может не быть.